Всем привет! Сегодня хочу снять вам распаковку моего подарка. Муж решил меня побаловать, что он мне подарил. Вот он, что мне подарил. Часы. Сейчас откроем, сейчас все покажу, все расскажу. Сама не знаю, сама я первый раз буду открывать. Сейчас немножко опущу, чтобы нам видно было. Вот. Ну, поехали. Честно говоря, даже не знаю, как их правильно открывать. А, вот. Открываем. Называются они, знаете как? Ну, модель, вернее. Вот. Восьмерка. Красивенько. Две коробочки. Я так понимаю, в одной часики, в другой браслет лежит. Сейчас потихоньку все будем открывать. Такая вот она выпуклая. Ну, как всегда, вот эти вот штучки. Заветные. Не подцеплю никак. Пойди. Оп. И вторую. Ну и поехали дальше открывать. Так, аккуратненько. Вот. Провод. Сейчас откроем тоже, посмотрим его. А, тут такой таблетка, зарядка. Ну, вот она. Побежал кровать. А, вот она вытаскивается. Вот. Такая вот зарядка. У меня такая тоже на телефон. Зарядка. И сами часики. Они вот, я знаю, есть женские, есть мужские. Мужские, они больше. Здоровые прям. А эти такие аккуратненькие, миниатюрные. Не вытащу. Плотно. Как могу вытащить их? Ковыряюсь, ковыряюсь и никак. Вот. Такие вот маленькие. Этих у меня как раз ремешок порвался весь. Так. Вот. Давайте посмотрим ремешок теперь. Пока в сторонку берем. Тоже такая коробка. С этими вот штучками. Опа. И открываем. Дальше. Все, конечно, упаковано очень качественно. Куча бумажек, куча упаковочек. Во. Туда прям такой приятный силиконовый. Ну, я, конечно, сама его не пристегну. Буду мужа просить. Вот. Так что вот такой у меня подарок. Очень я рада. Спасибо большое моему любимому мужу. Всем пока!